Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Яндекс может продлить аренду в Красной Розе. Как пишет газета «Коммерсант», на данный момент компания ведет переговоры KR Property с Александром Клячиным. Холдинг арендует в деловом квартале свыше 60 тысяч квадратных метров до конца 2022 года. Отмечается, что к моменту окончания договора Яндекс не успеет построить свою штаб-квартиру на месте гостиницы «Карстон», которую выкупил холдинг. Газета также сообщает, что для строительства собственного бизнес-центра с учетом согласования всей разрешительной документации и сноса старого здания потребуется до 5 лет. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!